Мы защищаем тех, кто не может помочь себе сам, но будет очень благодарен за внимание человека. Мы – это общество защиты животных «Верность», которое появилось в 2009 году. За это время мы разработали программу по сокращению численности бездомных животных и добились ее принятия. Немного статистики. Более 6 тысяч стерилизованных животных. 1200 потерянных питомцев вернулось домой. 7 тысяч обрели дом. В школах мы проводим уроки доброты. И все это мы делаем на личные средства волонтеров и благотворительные пожертвования. В свое личное время и по собственному желанию. Мы делаем то, что подсказывает нам сердце. Мы добровольно помогаем животным. Таких, как мы, называют волонтерами. Присоединяйся!